Еще я посрался! Получена кура граната. Чего? Это коровы! Здорово, брат! Спроси, любит ли он тусоваться? Я чувствую, что любит! Я бегу только отъебитесь от меня, блядь. Там кто-то в меня пукает. Все. Залетаем. Да. Да. Слушай. 20 июня 1976-го. Поняв, что на Марсе нет заправок, где можно купить сомнительные товары, Клатч Никсон, каскадер, чья храбрость равна лишь его мудрости, осознал, что у него кончаются запасы волчьего тестостерона и мочи гризли. Он смешал два последних флакона и впрыснул раствор, известный как кочевник из Монтаны, прямо себе в сердце. В тот же миг его тело переполнило чистейшую мужественность. Бля, идет. Сжав челюсть силой 10 000 рептилов, он спрыгнул со скалы и достиг... Охуенно. Это охуенно, бля. Он смешал два последних флакона и впрыснул раствор, известный как качели из Монтаны, прямо себе в сердце. В тот же миг его тело переполнило чистейшая мужественность. Сжав челюсть силой 10 000 крокодилов, он спрыгнул со скалы и достиг скорости, которой позавидовал бы сам бог Меркурий. Сука. Опять, понимаешь, вот эта тварь опять, внезапно, я всех убил до этого. Он какого-то хуя опять начал. Да-да. А, брат, пиздец, так, премиум раш, пройдите. Да, это я уже все проходил. Да, всем спасибо. Было дело, когда-то, где-то, с кем-то. А мы сейчас полетим. Надеюсь, я это с первого раза пройду, ведь я уже бывалый. Да. Охуенная. Ху. Бля, пролетел. Вот эту пролетел. Все. Мышку не надо. Не надо мышку трогать. Не нарушая свои традиции, я не прохожу Клатч Никсона даже в одного с первой попытки. Похоже, все в порядке. Да, вроде. Так. Блять, я опять не успел. Да... Как вот эту херню пролетать нормально? Вот. Так. Бля, страшно. Честно, я не знаю, как прокомментировать то, что не удается, блядь, несмотря ни на что, Клатч Никсона выполнить. Сука, с первой попытки. Та-та-та-та. А, уже финиш? Уже финиш! А чё так коротко? А-а-а. Блять, давай. Вот это был фейл, сука. Она вроде и короткая, но из-за этой всей херни пришлось переиграть. Королева павшая, да. Королева арахнидов. Где? Где королева? А, 170 метров. Она сама ко мне идет или что? 1000 этих дали. Нихуя себе. Королева упавшей башни. Как-то внезапно королева. И это такое расстояние я пролетел. Ни хрена себе. Вот это поворот. И тут сразу же королеву мне дали. Так, найдите королев. Как королев, если это королева? Найдите королеву. А не в. Это очень важно. Очень-очень важно, блядь. Отстань. Да, отстань, все. Если уж браться за дело, то как следует, а для этого нужна музыка. Чё, используйте фокус
Фокус. Чтобы арахниды некоторое время не видели вас и не смогли атаковать. Его можно активировать двумя способами. Нажав на селекторе оружия. Нажав F, либо нажав флеш во время игры. Следите, чтобы таймер... Именно но... Аж, это типа... Я сделал, да? Типа меня не видят. Но я до сих пор видимый, блядь. И музыка. Успокойся, музыка, не надо. Да, это был тур без кардиганов. Странно, кстати, ведь тогда их носили все. Ага, да-да-да, музыка. Все. Давай, ебашим. А чё ты убегаешь, тварь, я не понял. А чё ты убегаешь? Прямо во время тура, а я понял одно. Не пускай маму за сцену. Какая, чё за херня? Почему она убегает, блядь? Берет да убегает. Сука. Противная. Ага, я еще въебался. Устроила им групповушку, и они впали в депрессию. Да, говорили, да, что чувствуют себя использованными. Некоторые не созданы для рок-н-ролла. Ага. Ой, воняй. Воняй. Ой-ой-ой. Воняй. Еще. Bad girl. Давайте херачьтесь. Давай. Все, стала раком такая, целится в него. На меня вообще насрать, меня здесь нет. Я ж тебе урон наношу, верно? Все, еще чуть-чуть. О, все. Так, стоп. Стой, королева, стой. О, хорошо, спинку. Что-то плохо, блин. О, пояс, давай. До талого стоим. Угу, нет, до талого не стоим. Не стоим. Давай. Четвертое. Тварь. Ебой. Че, помашем? Королева упавшая башня. Что притащить тебя сюда, хорошая мысль. Да не скажи, я бы лучше дома посидел. Там в Монтане у себя, чем здесь. Так, а центр по ремонту роботов у нас тут. И, в принципе, я почти пол карты прошел. Как-то. Туда-сюда, направо-налево, побегали, попрыгали. И уже пол карты нет. Правда, то, что нам осталось еще сделать, это, наверное, я выполнил только треть. Может, плюс-минус чуть меньше трети. Потому что найти надо еще 11 королев убить. Да. Если считать по королевам, то я ровно треть игры прошел. В принципе, по карте то же самое и выходит. Так, а где? Где? Сюда типа надо? Окей, я зайду туда. У меня были модули. Теперь они пропали. Или их не будет. А, или может он там имел в виду. Ну тут даже этой, как его, нет. А, нет, тут что-то есть. Тут что-то есть. Так, королева шла сюда до самого центра изучения парнокопытных. Дурной знак, я думал, что арахниды не смогут проникнуть сюда. Но они нашли путь, эти что немного мне чем может показаться. Центр изучения... А, парнокопытных. Так. Хорошо. Не знаю, зачем я сюда залетел. Ну да ладно. Так, вообще можно вот сюда зайти. Че это я как-то ушел не туда немножко. Вот так вот, а потом как-то по горам. Будем потихонечку подбираться. Тревога! Коричневый кот! Где? Диберлог. Дебил, что ли? Ты дебил, какая берлога? Нет тут никакой берлоги. А, ну-ка, а крылья типа? Ему еще пофигу, да? А, да, ему пофигу, окей. Тут типа летать можно хоть как. Спасите! Я не могу так рано умереть! На всех законных основаниях так. А вообще, я могу же по сути вот... Вот так вот? А, нет, я так это не могу. Надо повыше забраться. Вот, примерно вот. Короче, берешь вот так. И, наверное, не.
Не очень, но крылья тут. Он все равно вниз летит. Если была бы полная свобода, типа хоть какое-то время короткое я видел там летающих драконов, то было прикольнее. Так, значит, нас не наебали все-таки в загрузке, что есть летающие драконы. Кто-то будет подстрелить хотя бы одного. Можно же, да? По-любому можно. Да? Вау. Кайфово. Да. Так, вот тут надо. Тут надо аккуратно. Тут надо быть очень аккуратным. Все. Ты че охренел, там стреляет? Падай там вообще-то. Не летай, а падай. Сука. Центр. Полетели. Ремонтный центр. Ага, все. Отслеживать. Одни обломки, видишь? Да. Вы должны сделать меня человеком. Если я испорчусь, меня уже не восстановишь. Да? Знаем. Ты тоже не воскресишь. Помолчи, пожалуйста. Да, пока. Но это бомба, да? Кто знает? Нет, это не бомба. Так, кто от меня заметил, да? Кто где? Откуда? Не пойму. О, блядь! Как? А, все понял. Песок. Все, забыл про песок. А-а-а, кайф. Уже 1600. Но этого мало. Там пушка 2 косаря стоит, так что... Так что это маловато. Надо больше собирать. Гораздо больше. Так, вот это найдите, что. Все, просто вставить что-то. Найди тебе загрузить терминал. Ничего. Защищайте робота-ремонтника. Задействован ремонтный робот. Бля, ненавижу защиту от Ubisoft. А, сука. Где? Ход ремонта. Сейчас они... Да, из ниоткуда будут бежать. Мы защитим тебя, малыш. Да, защитим. Нашла кому довериться. Ага, все. Робот уже в пути. Все? Еще один, что ли? Защитить. А, почему? А, все, понял. До другой точки бежит она. Да, и по песку никого нет. Так, вот это опускать. Так. Бежим дальше. Ремонтируй там, давай. Где следующая точка? Вот это, да? Да? Да, хорошо. Вот ремонта где? Я нервничаю. Следить, зачем ты такая ответственность? Я потому не покупал. Я знал, что вас там будет много, специально кинул ее. Остался всего один. Еще можно даже одну. Сука. Твари. Все, колбасит. Ой. А меня тоже колбасит. А его не колбасит, ему еще насрать. Ему вообще пофигу! Он же ремонтник! Малыши роботы, теперь моя ответственность! Ну, воняет, да? Воняет! Ой, да твой, наверное, народ! Мучача! Ты чё, дурак? Блять, вы чё, охренели? Как? Как, блять? Вы робота сломаете сейчас. Сука. Ремонтирую, да? Все нормально. Отбираю. Нифига тут понабросали. У меня как раз гранаты кончились. Да, все, 3 из 3. Отлично. Сики. Спокойно. Обстреливаем их, братка. Все. И забираем. Ты падай там. Понял, да? Я не могу, сейчас поперю ни одной. Спасибо. Я не знаю, что, надо тут перестрелку, типа ничего. Помогай давай. А ты ноешь, ты ж. О, бля. Огонь. Вот это было огонь. Так, можно вот так вот, пожалуйста? Не хочу там идти. Не хочу. По тебе не хочу. Еще опять заметят, вот. Все. Аллилуйя. Центр по ремонту роботов восстановлен. Ремонтный центр восстановлен. Отлично. О, орехокол. Правда, победу нам принес робот, но это командная игра. Да. Понимаю. Ладно, идем дальше. Да, идем, исследуем. Так, что это мне надо вот сюда?
сюда, вот так вот. А это... это другие роботы, понял. Я и думаю, что это, кто это там? Что это, кто это? Так, тут... что-то нашел. Батарины постоянно ломаются, некоторые даже не стреляли по мне. Не сомневаюсь, что это случайно, но все же их надежность оставляет желать много лучшего. Здесь я изучаю неисправных, если проблема незначительна, я помещаю их в лазер для дальнейшей починки. В любом случае, робот сжигает в лазерном ограждении, я не могу рисковать. Понял. Так, что у нас получается? Мы эту территорию, ну, тут, в принципе, все посмотрели, исследовали, что могли. Теперь мы идем вот сюда, далековато. Ну ничего страшного, так пройдем. Потом чисто по неизведанности. Я тут много. Охренеть. Еще пятихатку метров идти. Обрадовали, ну ладно, я не пойду, я полечу. Пару секунд и мы уже здесь. На точке назначения. Вот это. Давай. Так. Хватило. Притыкну, хватило. Так. Часть тела в пустыне. Нашел что-то, да, часть тела там. Потом что-то там. Давай сначала часть тела. Чувак, тут одна из моих запчастей. Да, сейчас заберу. Изучение парнокопытных. Рины изучают коров? Вероятно, они представляют типичные изменения. Земляне, чё? Это мы, Рина, люди. Сложно сказать. Мое исследование пока не закончено. Доберись, я в том плане, что исследование не нужно. Я тебе точно говорю. Ага. Принято к сведению. Надеюсь, ты не врешь. Так, а че их надо убить? Вот только я хочу кого-то просветить, кто-то обязательно встревает. Блять, тихо, их тут много. Охренеть, есть. Так, блин. Аккуратно. Я тоже умею летать, типа, ничего, да? Не выебываемся на меня тут. Есть. Так, уже троих убил. Нифига я монстр. Изи. С лазерки так вообще изи. Ой, это королик или что это? Он какой-то особенный. Так. Ой, тихо. Отомстите за херу, блядь. Отомстите. А, нет, тут дробовик, но это да, это еще тот бред. Вот берите правую голень херк. А, понял. Эти были отвлекающим маневром. Но я их все равно убил. Я этого убью. А, нет. А, нет, да, убью. Я думал, он улетает просто. Падай. Так. Немножко, я немножко сбился. Где? Где голень херка? Где красный череп? Где красный черт? Алло. Я его потерял. Где он? Почему GPS его не отметил мне? Или он туда упал? А он наверх упал, все понял. Блять, он гениально упал, прям туда, куда мне надо. Все. Правая нога, херка. Голень, нога, без разницы. Часть тела в пустыне, отчаяние. Эй, тут нога! Левая! Не, правая! Кто-то говорит? Круто! Слушай, это точно не мой член? Он, знаешь ли, почти такой же. Ну да, типа себе так это. Да-да-да, я шпион. Со своего наблюдательного пункта я заметил новое гнездо арахнидов к югу отсюда. Дождусь, когда все стихнет, и попытаюсь осмотреться, чтобы победить врага. Нужно знать, когда он думает, как он думает. Так, энергомодуль, ну... А, нет, мне не туда, мне сюда. У меня туда, там какая-то пещера. А стой. Это что такое? Тут что-то есть, да? Не, я уже здесь подбирал. Так, подбирал. Вот это подберу, значит. Так, 200 метров. В принципе. Потом, правда, отсюда добираться до других частей карты. А хотя я же могу телепортироваться, что я парюсь. Да, точно. Я телепортируюсь, и все. И все будет шикарно. Этот кончился, а мне еще... Покидаем центр изучения парнокопытных. А мне еще и туда надо, поля. Да не покидаем, я вернусь, подожди, мне надо... Тут, наверное, королева будет. Это стопудняк. Сейчас, давай. Давай, быстрее, пожалуйста. Во, все.
Все, мы пришли. И следующий центр. Меня тут будет кто встречать, не? Я не могу пользоваться этим телепортом. Ты сам по себе, Омега. А, ты боишься лифтов или что? Взаимодействие? Че? Меня куда-то это? Мать твою! Что это за место? Это гребаный йети? Че? У тебя там йети! Блин, ну почему все хорошее достается тебе? Я всю жизнь пытался встретиться с йети. Охуеть. Слушай, спроси, любит ли он тусоваться. Я чувствую, что любит, но хотелось бы доказательств. А то ты правда коровы? Ого, чел, погладь их за меня. Бля, не могу. Не могу разрушить, я освободить хотел. Мы бы с ним подружились. Это кто у нас тут? Это корова. Корова, ну да. А что я спрашиваю? Только к чему тут йети вместе с коровами? Попать? Как-то он не в то пати, мне кажется, попал. Используй телепорт, чтобы добраться до терминала. Подожди. А вторая же сбивка что-то? Типа это... не имеет значения или как? Наверное, не имеет. Ну-ка, давай. А, хочу направо. Вот не хочу налево. Пойду направо. Блять. Где я? Где мы вообще? Чё? О, халява. Халява, гран. Земля, испытательный полигон. Бля. Какой-то симулятор. Бля. Как декорации к фильму про Землю. Бля. Или типа того. Эта область используется для обучения роботов-защитников населения Земли. Охренеть. Сколько Рина нас изучала? Нифига. Тысячи лет. Понимание истории Земли необходимо для разработки стратегии спасения. Офигеть, вот это ты нас на Землю прям телепортировала так. Да. Карты отдельно не сделали сюда. Но она, в принципе, и не нужна. Так, а чё? Мы в здание не сможем зайти. Пойдем сразу в церковь к Джереми. Джереми, да? Это неполноценный фолсенд, там дальше должно быть. Чё это? А, всё, границы. Всё, понял. Так, ну идите перезарядить терминал. Пацаны, тут это, я вас встретил, да? Ничего. Ну, нормально. Убить королеву рахнидов. Один на один еще. Ну, вот это жестко. Ну, знаешь, у меня тут есть крыша церкви. Типа ничего, да? Я могу на крышу залезть, и меня вообще все насрать. Ой. А, и гранатки кончились. Заебись. Так, ой. Да их тут много. Не, вы что, угорать, чуваки? Я же не справлюсь. Это мне надо как-то... Вот так. Я даже не вижу, когда она целится. Потому что, когда я стреляю, не особо понятно. Вот так, наверное. Вот. Лучшая позиция здесь. Вот так берешь, прогибаешься. Так вот, да, по морде стрелять. Ой, не стреляет. Так. А что у меня по этим есть? Вообще ничего. Ну, можно вот так вот, короче, взять и стрелять. Просто стоять и стрелять. На пофиг, вообще пофиг. Таймер есть, так что мы практически бессмертны. О, старые добрые взрывы из бочек. Убей арахнидов, придет королева. Да. Ой, даже этот. А, он кончился, я понял. Какая она жирная, сука. Жирная. Я хочу тебя чуть-чуть это по бочкам. О, здорово. Как дела? Нормально, да? У меня тут это бой с королевой, понимаешь? Она твоя хозяйка, я ее убить хочу. Там. У нас же нет никаких разногласий, да? Ты можешь стоять, все нормально. Все окей. Вообще все. Тихо, не стреляй, красотка. Красотка. Ой, нет, ты не красотка. Ой, там, да, проснулся.
Проснулся, сейчас, наверное, по мне жахнет, да? Жахнет. Так, так, так. По ней даже полноценно нельзя пострелять. Она... Заебет просто. Вот, вот харкаться постоянно. Ой, блядь. Как же ты меня заебался. Сдохни. Нет, я-то нет, я нет. На-на-на-на-на. КП мало. Они со всех сторон отстреливают. Блять. Давай. Помещение с терминалами открыто. Камеры сообщают о резком снижении популяции королевства. Бля. Впечатляющий ник. Сука. Это ебаное дрочество этих ебучих королев? Это такой пиздец. Это такая нудятина, это так долго. Нахер. Центр изучения парнак восстановлен. Восстановлено. Бля. Давай, давай, давай. Кураграната. Чё? Кураграната? Морфинатор? Получена кураграната. Чего? Че, блядь? В месте попадания гранаты появится разрывная курица, которая будет привлекать внимание находящихся поблизости арахнидов. Используйте этот увлекающий маневр, чтобы вырваться из окружения. Гранаты? Да, чувак, да. Разве ты никогда не хотел объединить курицу и гранату, а потом ощутить на себе эффект? Правильный ответ нет, Ник, никогда. Да, правильно. Так, чё смотрим, что у нас есть, чё можем, блядь. Это чё, превращает противников в кур или коров? Вот до чего дошла техника. Охренеть. Лол. С оптическим прицелом, возможно, расколет на настоящий орех с большого расстояния, однако в нашем случае орехи это головы. Так, это чё, выпускать 10 лазерных шаров, летящих на одном уровне? Дарите любовь. Сложный выбор, но я, наверное, возьму вот это. Наверное, вот это за место. О, класс! Морфинатор! Вот эта штука может трансформировать жук? Да, я уже понял. Можешь не зачитывать, я не тупой, как бы. Не надо, не надо. Так, а эти улучшения пока не могу. А сколько ты стоишь? О, 2000, идите нахер. Так, это вот это. Чё взять? Давай вот это. Не знаю. Ну и вот это вот. Бля, охуенно. И чё, теперь выберитесь. Ну, ща выберемся. Ебучие королевы, сука. Ну вас нахер. А чё, я могу, типа, в любую пойти, либо направо, налево. Но я пойду направо, потому что направо ближе. Как бы логично, логично. Выходим. Бля, с этого дерьма ещё половина карты исследования, бля. Тут как-то не по себе. Мне тоже. Давай выйдем. Вернитесь к Хёрку. И дайте угадать, сейчас появится Йети, да. А, убейте Йети. Мужик. Не хочу быть занудой и задротом. Особенно задротом. Гарри и Хендерсона в 4 раза плюс сериал. Я знаю, о чем говорил. Лох. Вернитесь сверху. Че ты вообще слабый? О, я тебе че. Фу. А, меня же на это переконтузило. У него там брюхи какие-то были. Фу. Претина. Бля. Ой. Быстро эти убили, как-то он выбрался. Мы его убили и все. Ты это видел? Это коровы. Здорово, брат. Телепортация коров. Ошибка 604. Охуенно. Неверно указаны координаты. Боже мой, Рина! Уйдь, это Пета! Тебя мы порвали! Ха, курица. Меня нельзя порвать. Это я тебя так превратил, да? Наверное, да. Потому что курица полетела. Ха! Лёль. Та-та-та-та-та-та! Чё, куда идём? Давай вот так. Вау, не взрывайся. Чё это, получается, мы вот так вот полетели.
Полетели, можем налево. Наверное, налево и надо. Тут башенька. Башеньку активируем. Так, вот это хочу забрать. А, нет, это я уже не заберу, потому что я это уже забирал. Так, что снизу? Снизу ничего. Энергомодуль? Где энергомодуль? Как энергомодуль? Как это энергомодуль? Не понял. Ты чё? О, корова, корова, корова. О, надо было на этого использовать. Он жирный. Он самый жирный среди этих. Так, вот это так. Бац! Бац! А, там! А, это они! Это они! Я думаю, кто ты? Херачи, стой. Летим. Так, падай. Ой, а ты не падай. Ты тоже падай. И ты, а ты чё? А ты чё, особенный, да? Сука, походу особенный. Пойду прочитаю записку. Вы мне дадите, да, ведь? Прочитать записку. Все же нормально, вон коровы, быки тут. Курицы, весь зверинец собрали. Так, дай. Энергомодуль получено, получено, просто взяли и получили. Так, нам надо теперь сюда. Впереди антенна С2. Зашибись, космомыши. Не расстраивайся, ладно? Ты еще попрыгаешь, Омега. Перезагрузить терминал. Так, сейчас. Сейчас перезагрузим. Они убрали. Если сверкает, не трогай, чел. Ага. Подожди, пока тока не будет. Да. Осторожнее, эти штуки барахлят. А, ой. Они, короче, убрали вышки с основной сюжетки, но в дополнение добавили. Я стану твоей дочери. Спасибо, но мы тебя вроде не просили. Знаю, но после всего, что вы прошли, мы теперь даже дружнее, чем лучшие друзья. Тихо. Ну, не знаю. Это такая ответственность, и мы уже... Тихо. Кто ответственнее меня? Жух. Серьезно? Чем больше сила, тем больше ответственность. Ты видел мои икры? Они как два здоровенных рождественских кокорока. Стой, все. Очень силен, а значит и очень ответственен. Да, вообще-то да. Говорится не об этом. Да ладно, я ж как плюшевый медведь, дети меня любят. Так. Конечно. Конечно. Спасибо, Николас, о большем я и не прошел. Так, а это что, притягивает? Ой, притягивает. Больно. Больно. Так, я почти добрался. Почти, совсем почти. Только у меня тут гости, да? Ну, уже гостей нет, так, не. Вот к этой хрени я больше не подойду. Все. Я теперь буду аккуратный. Вот так, вот так вот. Теперь делаем маневр такой, хоп. Садимся, берем. Вот это... Курица. И забираем. Так, и можно, наверное, вот так вот. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Сейчас, подождем. Не подождем. Давай. Ух. Прям впритык. Слушай. И последний. Синхрон, не знаешь. Какая-то уже по счету 1, 2, 3. Ну, больше 3 точно. 4, 5, наверное. Антенна в пустыне отчаянно восстановлена. Восстановлено. Расположение энергомодулей обновлено. Где? Так, а ничего не открыли. А, нет, открыли космобинт. И мне пришла в голову мысль. Какая? Если бы я мог видеть под землей, маленьким ублюдкам пришлось бы не сладко. Это превратилось бы в игру «Убей крота». Вот тебе идея, Рида. Для версии 2.0. Мой фидбэк, так сказать. Добавь роботам ночное видение, тепловидение, рентгеновидение, инфравидение, телевидение, дальновидение, пановидение. Да, что еще добавить? И все остальное. И чтобы они видели не только под землей. А какого хера у меня поднялись? Ну, ты поняла. Просто сделай, чтобы они видели сквозь все. Да. Как он красиво полетел. Это меня больше волнует. И упал. Так, ладно, чё, смотрим. Кого чего. Тут Хёрк за место меня болтает. Он как бы...
Я тут не при делах, он сам все что-то говорит, и это. И вот это. Так, а что в предметах? Предметы. Да. Да. В первом можете носить с собой больше аптечек. Лучше перептеть, чем недолечиться. Окей. Так. Что-то там новое отметили, да? Вот тут уже ничего нет. Тут все. Все прошли. Но теперь Клач Никсон. Тут, значит, опять. Потом вот так, вот так. Вроде не особо. Так. Давай вот так. Теперь мы летать можем. Можем сокращать расстояния неприличные. Очень прилично. Да, вот уже вот здесь. Просто изи. Давай. Кто там? Надеюсь, мне никто не помешает, да? Ответственный момент. Надо слушать и внимать. Та-та-та-та. 13 мая 1976-го. Клач Никсон, каскадер, превзошедший всех людей на Земле, стал первым установившим контакт с внеземной цивилизацией. Я слышу. Ай. Я уже не слышу, я не понимаю. Кто с кем пиздится? Блять. Меня кто-то ударил, и все, он пропал. Пишем контакт с внеземной цивилизацией. Да блять. Кто это? Я не понял. Кто это в меня стреляет? Это же не ты, я же знаю. Блять. Вы что, серьезно? Пацаны, ну... Кто так делает? Но это не культурно. Блин. Вообще, ну капец. Берут да в крысу, когда из Клач Никсона тут, ну. Я уже ненавижу это дополнение. Боже. Да, иди курица, молодец, блядь. Пиздец. Все, да? Только попробуй сейчас, блядь. Угу, продолжай. Инопланетных существ Никсон заговорил с ними на языке, доступном всем, на языке любви. Любви, подогретой 299 днями воздержания. Никсон никогда не знал наверняка, самец перед ним или самка. Но какое это имеет значение? Любовь каскадера в полном расцвете сил не знает границ и предрассудков. После того, как этот марафон любви закончился, обнаженный, как в день своего появления на свет, Клач взобрался на ближайший утес, и тень его мощного полового органа покрыла все марсианские дюны. Клач спрыгнул и полетел со скоростью до того, доступной лишь его же эякуляции. Он вновь преодолел звуковой барьер. Все арахниды, увидевшие этот прыжок, немедленно забеременели. Трюк на бля... ракета Клач никогда не повторял. Топовая речь от протопового чувака. Да, и опять летаем. Красная ракета. Вангу с первого, не с первого. А может с первого. А посмотрим, не будем гадать. Побежали просто. Блин, непривычно тут летать, что нет гравитации. Так, нет, не с первого. Я уже чувствую, да. Все пизда. Все пиздец. Да. Тю-т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 ю, бля, ебать, опасно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, бля, пролетел мимо. О, бля, отлично встал такой. Еще руки, знаешь, такой, йоу. Браску щит. Красная ракета. Не хватает музычки, когда выполняешь миссию Far Cry 5, вот это вот. У тебя замедление времени.
Этого, конечно, не хватает. Уже немножко не то. Так. Тогда, что у нас тут? Можно, наверное, сюда. А потом туда. Да. 280 метров. Тем временем. Ну-ка, вот так вот. Ух. Хорошо. Туда мы не сможем телепортироваться. Нам только вот, блин, подождать придется. Вот так, 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 так. Садимся. Ага. Ага, ага. Теперь аккуратно тут надо. Тут прям баланс. Баланс. Надо нащупать. А, хотя что тут щупать-то? Просто летишь, все накрыли. Делов-то. Делов-то, блин. Так, а вот это... Нет, это я отсюда. Я отсюда, блин. Я могу... Николас, мое механическое тело умирает. Как? И тебя кто-то ударил? Ну, иди-ка ты нахер. Восстановишься. Я мог бы телепортироваться, на самом деле, в этот... вот в эту точку синюю. Я бы сократил на 100 метров. Ну да ладно. Ну да ладно. Боль. Внимание, геотермальная аномалия. Чё за... Эй, придержи коня, этот газ опасен, чувак. Какой газ? Чел, от этих паров... Ой, бля... Марсианские гейзеры выбрасывают на поверхность планеты различные вещества и объекты, в том числе энергомодули. О гейзерах мало что известно, кроме того, что они испускают ядовитый газ, вызывающий у людей галлюцинации. Это всем мозг поплывет. Бля. Да, я через это уже проходил. Ага. И больше не собираюсь. Ага. Это так, к сведению. Ага, а рассеять его никак, да? Но... Если никак, то... Ну, бля, поплыли. У тебя железные яйца. Еще бы. И у меня такие были. Были. Теперь ты без яиц. Теперь ты такой, бля, и они даже отдельную загрузку туда сделали. Только она какая-то вся в 30 кадрах. Это странно, Ubisoft. Вы могли бы уж... А, она еще и зависла. Вы могли бы загрузку хотя бы оптимизировать? А она зависла, и походу игра вылетела. Да, игра все-таки у меня вылетела, и загрузка здесь опять что-то подлагивает, но уже все нормально. Окей. Так, это у нас типа глюки. Мы оказались у себя в ангаре. Гитарка. Я даже знаю, что это за место примерно. Тут, по-моему, был тайник выживальщика. Домашняя безопасность. Че? Добейтесь до взлетно-посадочной площадки. Давай еще поможем. Реактивный ранц. Что за реактивный ранц? Что? Че? Ким, где Ким? Ким, это ты? Где Ким? Ким в беде. А у тебя глюки, чувак. Ага. Я иду, детка. Да, остальные яйца охуенно. Так, отключите телепорт в доме Ника. Отключить. Нет, только не это. Нет. Сколько раз нужно повторять? Отвалите от меня. Только не говорите, пожалуйста, что мне все надо отключать. Им нужна Ким. А это кто? Вау. Да ладно, я просто спросил. Ким! Вау. Ким, не выходи! Вау. Я взгрею этих сучат. Сейчас. Сука. Блин. Здорово, сектанты, вы так вовремя на Марсе. Я мастер, конечно, отключек всякого говна. Я просто профессионал в этом деле. Да. Так, ага, его нельзя отключить, его только так, я понял. На, еще по вам, пацаны, бы попасть нормально. Ебать, а вы еще и бомбу пускаете. О, Ларри. А, это они телепортируются. Так, я понял. Все. Сейчас мы... Еще две, да? Продолжай. Еще две, так... А, два этих. Все, я понял, что они имеют в виду. По факту их шесть, но он говорит, что два. Нет, твари, отойдите от нее. Так, один. Да, бля, нет. Последний. Блять.
последний. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ай, аккуратнее, аккуратнее. Тихо, давай, 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 давай. Аккуратненько прям, давай. Падлы, падлы, падлы. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно, так, там еще. Блин, гранаты не могу использовать почему-то здесь. Это усложняет процесс. Еще одна. Еще одна, давай. Давай, давай. Подожди. Все. Готово. Их нет. Победа. Дикий Запад. Так, возьмите энергомодуль. Все, типа. Блять, ебанешься. Что тут творилось? Что тут творилось, блин? Еще и оружие твари забрали, ничего не сказали об этом. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты так ты не дури, не дури, не дури, не дури. Космобенте. Космобенте. Залетаем. Доча! Доча, доча, ты где? Вау! Доча! Это не доча! Это не доча, это не доча! Это был краб, а не моя доча! Блять! Это было жестоко, чувак! Нас наебали. Пора с этим всем покончить! Давай. А чё, больше ничего, да? Все. Сюка. А тут? А тут ничего. Ничего, ничего, ничего. Никаких отсылок, ничего. Только Калигнасом, Темба, собака. Far Cry 5, все. Уходим отсюда. Мы сейчас в Far Cry на Марсе. А не 5. Мы не в Монтане. Магия. Магия. А мы выбрались с той дыры, я так понимаю. Она сейчас, наверное, будет это закупорена. Или можно туда попасть, ну-ка. Можно туда попасть? Домашняя безопасность. Как? Я уж думал, ты покойник. А она Черт. Закупорена. Что входит. Это за хрень? А я тебе говорил, и с этой штукой не шути, если только не наспор. Черт, я знаю, что это реактивные было. Ранцы. Испытания. Ху. Я просто шучу, да, но так. Кто знает. Главное, что ты достал энергомодуль. Он нам пригодится. Мне их уже много, мне кажется, я даже лишние насобирал. Так, смотрим, что у нас тут. Ну, я не знаю, даже обсерватория. Либо, да, наверное, лучше сюда. Да? Да, что это? Это получается 300 метров. Вроде по карте кажется далеко, я все забываю, что тут это... Это обман зрения. На самом деле тут... Ну, что тут идти? Тут... Впереди антенна Б1. Охренеть! Космокрабы здесь здорово оттянулись, ты глянь! Знаешь, что больше всего бесит на Марсе? Угроза нависшая над землей? Крабы? Мне бы тебе забраться, да? Женщины с тремя сиськами. Я ищу, которую неделю, Николас, и ни одной нет. Вспомнить все сплошная ложь. Я тебя очень люблю, но ты можешь. Вы взрываетесь, я знаю. Меня не обманешь, я знаю ваши трюки, так что это... Они на мне не сработают. Так, а это... Блять, как-то они странно взрываются. О, курица, курица, слышу куриц. Не пугай, я курицу позвал сразу. Па-па-па-па-па-па-па. А это моя курица, она меня не будет взрывать. Моя курица, она со мной дружит. Так. Давай, 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 давай. Ха-ха-ха-ха. Все, уничтожили. Дальше бежим, 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 бежим. А птичку забираем. Лети. Ух. Еле хватило. Так, еще чуть-чуть. Еще одна осталась. Еще одна преградка. Шикарно, шикарно, шикарно. Вот это тоже забрать. Хоп. Хоп. И последний. Давай. Все. Перезагружаем это все дерьмо. Получается, я выполнил 2 клатча Никсона, вроде бы их 6, еще 4 осталось.
И все они будут чисто с полетами, получается, раз тут транспорта нет. Я думал, тут как в Вьетнаме, он со временем появится. А его вообще нет. Расположение энергомодулей обновлено. Ага. Так, что там не открыл? Нервотреп. Установлено на 50%. Нужно торопиться. Угу. Арахниды знают, что мы пытаемся остановить их. Угу. Так. Правда? Правда. А мне... Ну, мне так не кажется. Совсем. Совсем, совсем. Жажда уничтожения жизни на других планетах неутолима. Многие уже начали превращаться в лучшие версии себя. Окрестности. Быстрая. Послушай, Ник. Поспеши, или твоя жена и ребенок станут пылью, по которой будут ходить арахниды. Ай! Блин, жутко! Жутко как-то, чел! Но ты ее слышал? О! Фух, судьба мира в наших руках! Да! Соберись! Так, смотрим, чё? А, как-то я это... вот это неполадки, нет, подожди. Вот это вот так нельзя. Так неправильно. Как эта черная зона осталась? Что-то я не понял. Ну-ка, фокус-фокус. Фокус, это фокус-фокус так работает, да? Эй. Да, что-то там сболтнул. Ник, можно вопрос по-быренькому? Давай. Как думаешь, вот если у тебя нет тела, ты в итоге попадешь в рай? Или ты обречен бродить по грешной земле? Бессмертный и прекрасный. Ты какой вампир-сердцеед из штата Луизиана. Только робот. Эта фигня меня серьезно беспокоит. Нет мыслей. Ну, поинтересно. Да хрен знает. Не знаю. Ты меня ставишь неловкое положение. Честь... А, честь тела хирурга. Понял. Тут один песок, сука. Вот как его пересекать? А, тут еще Клатч Никсон. Круто. Так, да, я еще не туда полетел. Сейчас мы заберемся на высокую точку здесь. Нет, не заберемся. Не заберемся, надо подождать. Подождать. И, кстати, почему-то нам не дают больше робота. Я думал, нам тут армию мы сделаем. А что-то нифига. Нифига подобного, никакой армии нет. Так, сейчас долечу, надеюсь. Чувак, тут одна из моих запчастей. Да, я знаю, я сюда ради этого пришел. Можешь это не говорить. Так, подберите правую стопу, Хёрк. Ага. Ага. Так, чё, обнаружу раненую королеву. Отмечаю точку, вернусь сюда немного позже, когда она будет достаточно уязвима, а лучше просто мертва. Тоже верно. Так, ну-ка, не будет даже никого. Правая ступня, Хёрка. А, конечно, все было бы так просто, бля. Все было бы так, сука, просто. Правая. О, чудно! Правая нога! Моя любимая! Спасибо, чувак! А я думал, твоя любимая правая рука. Так, чё, куда идем? Куда? Можно сюда? А, вот терминал 10-6-5-1. А, аномалия еще одна из пяти, бля. Еще и тут еще 4, бля, ебанетесь. Не знаю, тогда чё, как пойти? А, не, все-таки, наверное, я сюда пойду. Лучше сюда. Оно как бы рядышком. Чтобы потом уж сюда, наверное, не возвращаться, лучше пойдем отсюда. И тут, как назло, везде один песок. Вот как по нему передвигаться, а? Объясните, вот как? Я не хочу с ними драться. А невидимка у меня, по-моему, одна осталась. Впереди склад роботов. Склядь роботов. Королева не будет, надеюсь. Так, найдите и перезагрузите терминал. Ну вот, вот сейчас перезагружу. Все. Терминал поврежден. Работает ремонтник. А, понял. Надо защищать. Понял, принял. Так, что? Будешь, да? Все, работай. Не мешаем, мы будем помогать, наоборот, тебе. Ждем. Готов угостить малыша выпивкой. Блин, как от них отстреливаться, их слишком много. Ну-ка, может так? Еще одна волна! Бля, да вы ебанетесь, еще с этой не покончил. Вот так, дружище, молодец!
сука. Не-не-не, я не буду спускаться, идите нахер. Этот робот такой усердный. Давай. Красавчик. На работе всегда так есть. Ты вон с тем, а я с этим. Пока все остальные тупо сидят и любуются, как круто он пашет. Да, бывает и такое. Бывает такое, 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 такое. А. А. Сейчас вот это вот, вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Нет. Нет. Жирный хер. Жалкое зрелище. Надо бы поучиться самообороне. Как противно, а? Перезагрузите. Ну как перезагрузите? Я же перезагружал. Сука. Все, перезагружаем. Все. Марш. Подбили. 57%. Робот задал жару. Да. Пожалуй, возьму у него номерок и приглашу на палку чая. Ну, прям завтра. Какой романтик, бля. Какой романтик. Знаешь, только что вас убил. Ну что вы творите? Ну, пацаны, ну... Блин. Ну, кто так делает? Кто так делает, а? Ну, не по-людски. Так, энергомодуль там. Энергомодуль. Энергомодуль. Уже как и в этом... Как его, блядь? Как и во Вьетнаме, тут все скатывается немножко... В рутину какую-то это немножко начинает поднадоедать. Ну вообще по факту я думаю, я да, по факту я думаю, я бы уже, наверное, прошел бы это все, скорее всего. Да, я в какую-то новую эту зону хожу. Если бы я просто уже собрал нужное количество всего модулей, сколько надо, наверное, я бы уже мог бы и сюжетку закончить. Тут же в основном, наверное, модули играют роль, либо вышки. Вышки тупо все захватил, и все, и гуляй. А, аномальная зона, понял. Понял, 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 понял. Прям туда. Прям туда. Че, приземляемся? Идем, нюхаем. Четко. В этот раз все окей, и мы находимся... Где же? Я не пойму, где. Чуть не пойму. На том... А. Шокирующее открытие. Доберитесь до дома Ларри. Что же там такого шокирующего? О. Я думал, Ларри. Здесь летают камни в небе. Летают камни. А в небе здоровенная антенна. О, а тут другое оружие тоже. А, для каждого, видимо, свое оружие, понял. Охраняйте дом Ларри. Да, без проблем. А, нет, проблемы. Бац, бац, бац. Будем аккуратны в этот раз. О, о, ой, ой, ой. Быстро убийцы же здесь нет. Сука, сука. Все. Вперед, вперед, вперед. Все, бежим. 3 из 12. Сейчас, можно в сам дом зайду, пожалуйста? Да? Можно, можно, можно. Ну и? И? А! Так, 6. 6. А, нет, 4 из 12. Что-то я в шары долблюсь. Где, где еще, где еще? Давайте, потихонечку. Так, 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 так. О, бля, все, кончилось. Кончилось. Тут надо вот... Так, о, еще половина. Где вы, пацаны? А? Еще есть щитовики, блин. А вот это взрывается. Ты хрен не знаю. Не забайтите, не забайтите. Еще два. Тихо. А чё сзади показываешь? Я не понял. Все. Чисто. Почему эдемщики взрываются? Это нормально. Тебе придется. Послушай меня.
Похоже, это дерьмо лезет из твоего подсознания. Ага. Предположу, что антенны символизируют твою дочь. Ага. А сектанты — ее будущих поклонников. Ага. Да. Да. Угу. Спасибо, что прям сюда заспамнили. Весело. Так, ой. Чё это? Бывает, да, бывает такое. Лучше не залезть. Должен быть способ деактивировать электрические поля. Может попробовать убить сектанта? Да, может быть. Может быть, блядь. Они мне даже ничего сделать не могут. Бля. Все нарушилось. Все. Заберитесь на повыше. На повыше. Так. Оп. Хорошо. Так, где? Не вижу. Блядь, я тебе же сказал. Ах ты ж тварь. Хитрожопая тварь. Так, вот это забрать надо. Еще. Не обращай внимания, а нет. Надо обращать внимание, их 10. Бац. 8. Ага, не здесь. 7. 6. Так. 5. А, и 4. И 3. И 2. И 1 сейчас будет. Все? Шикарно. Блин, аптечку хотел взять, но не буду брать. Это символ борьбы за звание достойного родителя. Да. Залезаем, спасаем нашу дочь. Которой на самом деле здесь нет, но мы ее спасем. Потому что мы нанюхались в какой-то хрени. Вау. Не вижу. Сектор чист. Чист. Нет? Блин, достали вы прятаться, а? 2 из 8. Заберитесь на антенну. Предпоследняя антенна. Давай. Чё еще? Тут будут спамниться, да, теперь? Защитите терминал. А, нет. Все, последнее. Внутри должен быть энергомодуль. Доберись до него. Все, отлично. Забираем. Ух, боже. Даже такая мини-миссия, она... Ну, так скажем, вызвала небольшой дискомфорт. Я лучший отец, чувак, но... Какой хер ты начал говорить это... Нет, как-то не вовремя. Вот сейчас можешь говорить, что я лучший отец. Но ты уже не скажешь, да? Потому что игра уже подумала, что ты якобы сказал. Понял. Шокирующее открытие. Вот это мысль. Да, вот это мысль, видишь? Я сказал все правильно. Так было и задумано, выходит. Так, что получается? Что? Где мы? Что мы? Ага, мы здесь, вот тут черное пятно. Не люблю черные пятна, вот ненавижу. Реактивные ранцы. Ну, ща я это исправлю, а так беру просто такой, знаешь. Здесь осторожнее, друг. Это не дружелюбная пустыня с песком и страшными тварями. Ой, а что они от меня убегают? Если ранцы накроются, мы тут будем долго блудить. Ага. Ты имел в виду... Я так и сказал, блудить. Нет, это два разных слова. Как скажешь, чел, что в лоб, что в профиль. Это разные вещи. Да, да. Тебя мама на тому хоть чему-то учила. Да, чел, основам счету, стрельбе, часу суда, судьей, вапнером. Ага. Вовремя. Так, вовремя на меня напали. И получается, что я тогда пойду теперь. Сейчас вот сюда телепортируюсь. Нет, не сюда. Я вот пойду на Клач Никсона тогда сейчас. Королева Арахнидов.
царь обезьян! Это твой блудный сын! Умоляю, защити нас от королевы! Ну потом, потом. Вы не видите, у меня тут Клатч Никсон. Клатч Никсон, просто понимаешь, это важнее. Сначала надо это. Я надеюсь, там это... На меня никто не согрелся, и я смогу нормально начать. Бау! Бау-бау! 4 июля 1976-го. Расстроившись, что он не может отпраздновать 200-летие Декларации Независимости, Клатч Никсон, чей патриотизм превосходил патриотизм всех отцов-основателей вместе взятых, решил почтить величайшую страну на свете очередным захватывающим смертельным трюком. Ну каким же на этот раз? В тот великий день Клатч летел выше, дальше и быстрее любого разумного существа в галактике. По словам очевидцев, так увидев это великолепное зрелище, арахниды, не знавшие президентского английского, вдруг стали скандировать США. Трюк «Заряд патриотизма» быть может вдохновит на создание нового оружейного комплекса, но, увы, не будет повторен. Да, любопытно, как все-таки Клатч Никсон оказался на Марсе. Потому что как-то это нет такой подводки особой. Но если только посчитать самое последнее испытание, которое у нас было в основной сюжетке Клатч Никсона, я пока бы он куда-то улетел, и все. Как бы больше никак. Но опять же, как он мог с Земли улететь? О, вот это я смог, конечно. Как он мог с Земли улететь на Марс? Это же, не, это же невозможно. Тут какая-то... несостыковка, понять. Охренеть. Не, я не успею. Я не успею, потому что я... Я немножко читерил, да. Как-то там какие-то резкие такие завороты были. Капец. Капец, этот поворот. Он вообще какой-то нереальный. Там без этой херни... Никак. Здорово. Блять, давай. Чуть-чуть. Я успею. Гонщик. Это такие селедки. Мэджик. Фух, это было непросто. Особенно вот этот заворот, это какой-то пиздец, честно. Это какой-то пиздец. Куда идти теперь дальше, смотрим. Так, у нас тут энергомодуль. А, ну тут будет поближе, наверное, да? Тут. Хотя не сказал бы, что прямо уж близко, но... Сейчас доберемся. Так, но перед этим, чё, мне бы вообще этот... вот это тебя бы активировать, да? Вот сейчас только вот так вот чуть-чуть можно взлететь и... И лететь вот так, летим. Ага, да, меня кто-то заметил, но мне насрать. Главное не ходить по песку, я понял. Я иду к вашей королеве. Что-то тут жарко, мне кажется. Прям слишком. Так, найдите королев. Королев, блин. Это твой блудный сын! Умоляю, защити нас от королевы! Да ты достал! Да чего так много? О, давай, братан. Стань курицей или коровой! А, не станешь. Я тебя понял. Ты не станешь. Так вот, стреляем. Все. Он взорвался. Так, ты тоже падай, да. Ты вообще ватный? Да я тебе обещу. Хорошенько. Кайфалом. Ага, стоп. Забираем. Летим. Сейчас долетим. Все, ты уже здесь, да? Нормально. Так, можно вот морфинатор? Морфинатор тут, наверное, будет полезнее. Если я буду этих куриц превращать, то это вообще читерская вещь будет. О, да. Оружие перегрелось. Как это перегрелось? Ну как оно вовремя перегрелось, блин? Ну как так? Оккультизм,
прочее дерьмо. Магия секса. Стоп, вот это. Вот это вот так. ХЧП. Ближе к Алистеру Кроули. Че ты несешь там? Какую-то хрень несет? Нет. Уй! Не-н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 е. О-о-о, аккуратнее, мадама. Мадама, можно чуть поаккуратнее? Мы тут это решаем вопрос с вами один очень важный. Мне кажется, или я все-таки по ней стал больше дамажить? Раньше она была жирнее. Сейчас какая-то прям вата стала. Хотя уровень сложности я не менял, не знаю. 6 из 15. Наверное, просто мы стали очень сильными. И 409. Я даже сейчас проверю. Ну-ка. И настройки. Игровой процесс. Высокий, да, все. Я не знаю. Не знаю. Не знаю, что-то такая легкая стала. Дезинсектор на максималках. Дезинсектор. Так, сейчас смотрим, куда дальше. Вот тут два модуля важно. Важно там два модуля. Но все же я, наверное, пойду сюда. Сюда лучше. Вот это вот все обойду, потом вернусь сюда и заберу два модуля. Залетим к Клатч Никсону. Все будет шикарно. Впереди антенна B2. Да. Блин. Давай. Удачи тебе, чел. Не знаю, как ты туда заберешься. Да, тут, в принципе, все понятно. Так, антенна в проклятых ямах. Дочь Дарина. Какая она умная и сексуальная. Откуда ты знаешь? Просто знаю и все. Я узнаю внешность по голосу. Натренировался на телефонных операторах. Лучше Дарину звали Джиной. Я так тащусь под Джином. Джина. Джина Дэвис из «Земных девушек», Джина Гершон из «Шоу Гёрлз» и, конечно же, Джина Карана, которая надирает всем задницы на ринге. Бля. Говорю тебе, чел, сексуальное имя — это важно. Но я кое-что понял. Не бывает тихо, в одной женщине все сразу. Тихо. Дарина особенная, и я прям... Да. Вдруг это слово на букву «Л». Ты не веришь в любовь? Любовь. Эй, а вдруг поверю? Да. Да, согласен. А, все, я невидимый, меня здесь нет. Так что это? Меня нет, на меня внимания не обращаем. Как ты меня увидел? Я ж невидимый. Че, обдолбался ты что ли? Как вы меня видите? Алло, пацаны, я не понял. Сука, прикинь, берут и замечают меня. Хотя включу невидимость, ничего не знаю. Так, я хотя бы приземлился, да? Все, падай. Вот это заберу. Пожалуй, мне надо оружие будет купить. Что-нибудь поменять. Так, и он еще вот. Сейчас это вот сюда. Отлично. А и можно вот, пожалуйста, туда как-нибудь? Отсюда сразу можно, нет? Нет. Сука, ну так неинтересно. О, приземлились. Так, а это ХП? Нет, это граната. Это граната. Падай, сука. Падай. Берем. Летим. Падаем. Все. Шикорно. Вставили мод. Новая местность изучена. Осталось, наверное, уже чуть меньше половины. Либо ровно половина. По этим вот. По этому всему, что я исследовал. Ух, антенна проклятых ямах восстановлена. Че у нас тут? ПДД принтер, да? Сейчас, да, тут швейцарский амирский нож. Не знаю, нож? В чем дело, чел. Ага. Не знаю, что такого в этой рине. Ага. Я чувствую что-то, чего никогда раньше не чувствовал. Как будто что-то сопит в яичках моего сердца. Это прозвучит странно, но рина напоминает моего батю. Батю. Такая же равнодушная, и ей так же сильно на меня наплевать. И это меня заводит. Закончил, да? Все. Теперь я могу это... оружие. О, 4 куска. Это шикарно. Так, это лазер бластит только длиннее на одно слово. Ага. Типа... Да, вот у этого урон выше. Можно либо его... Так, это винтовки. Да, тут тоже получается по урону. Они как-то все идут. А, и дробовики. Дробовики, ну как-то... Как-то, ну... Не хочу дробовики, хочу что-нибудь...
Что-нибудь хочу вот такое. Допустим, давай все-таки возьмем тебя. Да, 2300 стоит, охренеть. Тазером шмаляю, всех вокруг испепеляю. Тазер, шмазер, аннигилязер. Бластер. Вот, вот за место этого взял, да? За место лазер-бластера. Это аннигилязер, смайзер. И винтовки. Винтовки я бы тоже поменял, на самом деле. Какую-нибудь... Они... Точность, урон, дальность. Ну, вот эту, конечно, шучу. Орех-окол давай за место тебя. Бай, бай. Так, чё, чё мы можем? Это что у нас? В комплекте очень научные инструменты, кайфоломи, фокус-покус, набор стоящего ученого. Блин, ну как назло не хватает, а продавать здесь нельзя. Печалька. Бинты. Ну, давай купим, наверное. Да. Может сейчас королева будет, они мне пригодятся как раз. Так. Окрестности. Я тут что-то пооткрывал, что-то посмотрел. И у меня тут внезапно, просто внезапно началась ночь. Как-то да, ночь началась. Ночь на Марсе, это прикольно на самом деле. Впереди обсерватория. Этот объект необходимо сохранить. Да. Уже применять нельзя. Да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. О, все, его сконтузило. Сконтузило, да? А чё ты не взрываешься? Я не понял, а чё ты не взрываешься? Алло? Алло? Чё за херня? Он берет и не взрывается. Сука. Лови. Лови, 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 лови. Держи, держи, держи. О, кайф. Кайф, 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 кайф. Спускай. Тут, кстати, бомбочка. Я знаю, я не попадусь. Чё, залетаем снизу, вот здесь? Да? Лазерная защитная система неисправна. А. Будьте осторожны. А. Вовремя, вовремя, да. Вовремя меня предупредили, я так скажу. Да. Нет, я к лазерам не пойду. Они мне татухи попортят. Ой-ой-ой. Чё? У тебя больше нет татух. Чё? Я даже не задевал. Да. Вот как? Как? Я даже не стоял рядом с ней. Они мне татухи попортят. Все, я просто сразу все пробегу и хрен с ним. У тебя больше нет татух. Есть и ауры. Ладно. Сам справлюсь. Все, все, договорили, пацаны. Какая-то херня. Вроде бы не задевал, но не задевал я. Они засчитали, что я задевал. Обнаружены арахниды. Возьми силовые перчатки, чтобы защищаться. Какие еще? Космобинты, спасибо. Спасибо за космобинты, а... Типа у меня нет оружия, ну круто. Будем на руках драться. Чё бы и нет. Недаром мне столько аптечек дают. Так, подберите силовую перчатку. Серьезно? Силовая перчатка, давай. О, надев силовые перчатку, нажмите атаки, чтобы держите, затем отпустить для мощной атаки. Зависнуть в воздухе над арахнидом, нажмите F после появления подсказки, чтобы прикончить тварь. Нажмите F, ага, понял. Используя гравипоезд, нажмите N, чтобы дважды... чтобы нанести мощный удар и вызвать удар, но он нанесет вокруг вас урон, да. Ну, сейчас проверим. Как я это все делать буду, не знаю. Будет получаться, нет? Если они похожи на контроллер Nintendo, я вообще их не снимал. Опять отсылочки. Nintendo. Перезагрузка остановлена. Уничтожь арахнидов, чтобы продолжить перезагрузку. О, как я тебя не заметил. Как я мог тебя не заметить? Побить арахнидов. Николас, ты смотрел «Волшебника»? Был такой фильм суперкрутой. Там еще Фред Сэвидж играет. Ага. Нет, не смотрел. Там был чувак по имени Лукас. Длинные, светлые, вьющиеся волосы. О. В которых видно отражение своей души. А еще у него был Да, согласен, Херк, я тут занимаюсь важными делами. Ну, конечно, если ты не хочешь стать мастером силовой перчатки. Ну и зря. Сука. Кто там пел? Тут здоровый космокраб. Да пиздец. Ничел, хана тебе, с ними только Лука справится. Ой-ой-ой-ой. О. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ой-ой-ой-ой, там еще лазеры появились. Как вовремя? Как вовремя? Слушай, да. Можно я это все заберу, да, пожалуйста? Все окей? Тут еще, да? Еще перебить арахнида хочет. Вот, еще один. Большой, да? А, космобинты закончились? Кончились? Да, теперь есть. О, сука. Космобинты! Космобинты! Сука! В обсерватории можно включить питание. Ну, Лукас прошел бы этот уровень быстрее, но ты тоже ничего. Ну да, действительно, краб, который не убивается, конечно, быстрее. Вообще бессмертный, еще и дамажит он очень-очень сильно. Ух. Да. Еще бы королеву сюда засунули. Угу. С королевой я бы вообще тут охраневал. О, солнечная система, прикольно. Солнце, Земля. Че, тут Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Все сборы, все пацаны, да? Можем идти теперь. Так, уходим. Уходим. Это, видимо, был аналог округу Хоуп виртуальному, только тут. Не стали особо заморачиваться над тем, чем меня занять. Крутая техника! Хёрк! Там голограмма Солнечной системы, и на Земле указано много целей. Это кульминация моих исследований. Значит, я даже не заметил. Уязвимые цели на Земле, где, безусловно, появятся арахниды. Не появятся. Да, да, ясно. Да. Ты что, сомневаешься, Никрой? Да, да, да. Как вы могли подумать такое? Вообще, не стыдно вам, а? Так, чё? Чё? Так, мне надо вообще сюда. Сюда, можно так. Можно так, окей, сейчас хожу, это надо аж на 200 с лишним метров, охренеть. Хорошо, сейчас, вот так вот. 200 метров летим. Летим. Остановимся. Сейчас заберем часть тела, и там модуль. Видимо, там будет очередная королева. Так, часть тела в пустыне отчаяния. У меня в штанах зашевелилось. Это значит, где-то здесь лежит моя частичка. Пс. Ага, так, а тот навык я смогу использовать, нет? Походу, наверное, не смогу. У меня же не те перчатки, которые надо... Так, один есть. Ну, наверное, у этого, да? Так, можно вот это? Вот это было больно. Так. Бац, все. Да, именно у второго и как раз и было. Обыскать. Левая нога Хёрка. Выполнено. О, потихонечку Хёрка собираем. Она хоть успела загореть? У меня еще ничего, а вот ляжки белые, как снег. Ой, кого-то увидел. Давай. Хватит, нет. Зря-то не хватило, но это бред. Это вообще... Что за жесть? Они еще хотели, чтобы я его на руках убил. Да. Именно оно самое. А тут аномалия, кстати, еще. Сейчас полетим. Полетим, заберу... Аптечку можно забрать? Все, четко. Отлично. Так, вот эту вот херню разрушить. Что это такое? Яйца тут свои понаставили. И опять в аномалию. Бук.